Всем привет! Вы на канале Тракторист Росноглиф. Сегодня 28 апреля 2018 года. Приехал заменить папу на культивацию с нашим трактором ТЗ-82 и с культиватором КПС-330. Культивация огорода. Культивация после большого дождя. Ночью 26 апреля. Очень сильный дождь. Вот такая культивация получается. Thank you.
такая культивация получилась. 30 соток. Сейчас буду культивировать вот этот огород. Не паханный. 15 соток.